2013 году бывали на конкурсе в городе Керчь в Крыму. Нам очень понравилось, фестиваль был замечательный. И, конечно, хотелось бы съездить туда еще раз. Мы на это надеемся. Наш коллектив называется хореографический ансамбль «Премьера». Мы представляли город Белгород неоднократно в Москве, Санкт-Петербурге, были в Крыму. Я сама была неоднократно в Крыму до 2014 года. И мы увидели, насколько он преобразился после 2014 года. Это красиво, это здорово. Мы еще раз хотим туда попасть, да? Да. Каждый год 18 марта мы отмечаем эту дату, потому что это радостная дата. Все обожают крымскую землю, потому что это колыбель нашей культуры, нашего православия, колыбель славы российского флота. То есть с крымской землей настолько тесно связана история России, но она просто неразделима. Посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией. Вся наша страна отмечает важный праздник – День воссоединения Крыма с Россией. Мы вместе уже 9 лет. Вся страна отмечает историческое событие. Опираясь на волю народа, вношу в Федеральное собрание и прошу рассмотреть конституционный закон о принятии в состав России двух новых субъектов Федерации – Республики Крым и города Севастополь. Сбылась мечта миллионов крымчан. Полуостров воссоединился с Россией.